Добрый вечер. В принципе, еще день, но уже движется к вечеру. Решил сделать обзор трех аппаратов. Две Yamaha и Sherwood. Yamaha DVD-657. Дальше Blu-ray Yamaha 677 и Sherwood. Сейчас скажу модель. Это уже CD-шник. В очках они вижу 50-30. Это у нас Yamaha 657 и Blu-ray 660 и 677. По звуку, как они сильно отличаются друг от друга и от CD-проигрывателя Шервуда. Усилитель Аркам, ну и колонки Пионер с супертвиттерами. Включаю. Сначала у нас будет Yamaha с отключенным видеотрактом. Включен аудиотракт. Послушаем. Ну и ваше мнение, естественно. Самое главное, что лучше, что хуже. Слушаем. Послушали мы. Это у нас был DVD 657 Yamaha. Теперь ставим на Blu-ray ту же самую композицию. Сейчас пока на паузу поставлю. Вторая часть. Включаем Blu-ray 677 Yamaha.
Ну вот, послушали мы Blu-ray, теперь переходим на Sherwood. И заключительная часть — это CD-проигрыватель Sherwood. Посмотрим, как он будет звучать на этой же композиции. Включаем. Слушали мы с вами три аппарата: DVD, Blu-ray, CD. По поводу DVD Yamaha 657, скажу сразу же, лучше любых пионеров 575, 585, 610, 690, какого-то там 6-го. Это 100%, они у меня были, те аппараты. С остальными я не сравнивал, потому что, ну, у меня их просто не было. А эти у меня были. По звуку Yamaha лучше. Плюс у Yamaha есть отключаемый видеотракт. То есть только аудиотракт идет, все. У Blu-ray проигрывателя 677 Yamaha, там автоматически, если вы ставите диск CD, отключается видеотракт, идет только аудиотракт, все, больше ничего. То есть поставили диск, он определил его, что это CD. Ну а Sherwood — это и есть Sherwood. Аппаратура не из дорогих, но качественная. Советую к приобретению, если попадется. Ну, Аркам — это Аркам. Техник я сейчас пока не включал, ну, потому что постоянно в
включаю Technics, то дай-ка, думаю, Sherwood включу. Вот такая вот ситуация. Просто стало интересно. Не сравнивал эти три аппарата по звуку. А тут вдруг дай-ка, думаю, сравню, запишу видео. Может быть, кому-то будет интересно. Пишите. Интересно будет ваше мнение, что...